А в центре Москвы сегодня открыли памятник Ле Корбюзье, архитектору, которого еще при жизни называли самым великим и самым нелюбимым в 20 веке. Но, по мнению специалистов, именно он положил основу модернизму, современному градостроительству. В российской столице лишь одно здание построено по проекту Корбюзье на Мясницкой. Там и появился монумент. Дом возведен в 30-х годах прошлого века. Раньше в нем располагался Центр Союз, сейчас его занимает Росстат. Здание великого архитектора украшают города Европы, США, Бразилии, Индии, Японии. Он одним из первых стал использовать железобетонный каркас, крыши, террасы, большие плоскости остекления на фасадах и открытые опоры.